Значит, со стартовых секунд матча у Хьюстона под 9-м номером Надежда. Под 15-м номером. Да, Виктория Шварева у Хьюстона. И есть первые очки в сегодняшней игре. Под Шебякина, да. Потапова. Вот Потапова здесь уже в проходе забивает. Здесь через всю зону Филиппова. Потапова в отрыве. Ну, здесь должна забивать Потапова без проблем. Так и получается. Потапова под кольцом. В гордом одиночестве мяч получает. И, естественно, пользуется. 3 очка в одной атаке сейчас имеет возможность Матюхин своей команде принести. Замалединова. Хорошая передача на Плаксину. Светлана 2 плюс 1 оформляет. Зотова. Обратный пас. Иванова бросает. Тяжелейший мяч сейчас Иванова забивает. Заходит мяч. Валерия Лазарева отличается с трехи. Филиппова спиной к кольцу. Хороший разворот. И 2 очка технично. Першина. Недумова. Вот сейчас можно со средней бросить. И Недумова попадает. Здорово. Хьюстона. У Чикаго пока без изменений. А нет, есть изменения. Под 13-м номером вышла. Елена Матук на паркет. Матюхина забивает. Вновь Филькова. Проходит Лазарева. Тяжелый мяч бросила, не точно. Здесь не проходит эта передача. И здесь уже Карпова сама подобрала мяч и выйдет сейчас на линию. Любовь Пудеева там сфалила. Мажет в проходе. Туманова здесь подбор забрала. И Плаксина. Светлана смотрит, кому отдать. Иванова будет. Матюхина забивает первый штрафной. Не, функции выполнены на все 100. Нормально, что там, все видно. Второй забивает. Трехами забросать, хотя до этого не особо-то у них летело. 1 из 18 пока. Бросают. Плаксина в углу, Светлана. Федотову передачи находит. И Филькова здесь нарушает. Правила. Это пробивной. Филькова с мячом. Филькова с мячом. Паркина. Передачу отдает на Першину. Сама Яна бросает. Не попадает на за.